столице республики появится 12 новых улиц. Такое решение озвучили депутаты Уфимского горсовета. Так, одну из улиц в советском районе Уфы назовут именем башкирского писателя и поэта Гали Ибрагимова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения. Сразу 9 новых улиц получат наименование в селе Нагаево Октябрьского района. Здесь появятся улицы Европейская, Рельефная, Славянская, Лепестковая, Облепиховая, Пасечная и даже Доброжелательная. Почетная и Кофейная. На территории Кировского района в Кузнецовском Затоне появится улица Симферопольская, а вот в микрорайоне Максимовка Калининского района улица Звездопадная.